это дневники чемпионата мира, и начать сразу хотелось хороших новостей. В Казани наконец-то воцарилась хорошая погода. Ну и, честно говоря, это все хорошие новости на данный момент. Потому что оба разыгрываемых сегодня комплекта наград, плавание на открытой воде и прыжках в воду, были поделены без участия россиян. Так что давайте перекрестим сейчас все возможные конечности и с этими прекрасными людьми отправимся болеть за нашу сборную по синхронному плаванию. Более чем 3 балла отделяли российскую группу от второго места по результатам квалификации. По меркам синхронного плавания целая пропасть. Однако с первых минут финальных соревнований стало ясно, что все команды идут с улучшением своих квалификационных результатов. И легкой прогулки сегодня у нас не получится. Ну и теперь, после выступления 7 команд, наступает самый торжественный и самый интересный момент. Выступление сборной России. Смотрим. Занимают первое место, но впереди выступление наших главных конкурентов – китаянок, японок и испанок. И честно вам скажем, особенно после вчерашнего серебра нашего микс-дуэта, было довольно страшно, когда выступающая следом за нами китайская сборная набрала хоть и меньше россиянок, но всего лишь на 1 балл. К счастью, это оказался единственный по-настоящему волнительный для болельщиков момент. Командам Японии, Украины и Испании так и не удалось подвинуть не только сборную России с первой, но и команду Китая со второй ступени пьедестала почета. Друзья, на табло только что появились оценки команды Японии, и весь стадион понимает, что в этот вечер сборную России не остановить. Мы поздравляем наших девчонок с третьей золотой наградой, добытой здесь, в бассейне «Казан-Арена». Таким образом, сборная России вернулась на второе место в общем медальном зачете. Ну и пока это медальное победное настроение не ушло, я передаю эстафету Римме Зайнетдиновой, которая расскажет тебе про соревнования по прыжкам в воду. Это были дневники чемпионата мира. Ведите себя спортивно!